Мої вітання глядачам телеканалу Зет. Саме зараз в прямому ефірі. Програма здоров'я, програма, яка допоможе кожному зберегти бадьоре активне, а головне здорове життя. Катаракта, діагностика та лікування ось так звучить тема нашої сьогоднішньої розмови з експертом. Ви обов'язково почуєте корисні поради від лікаря. Тож, як завжди, шановні глядачі, ми чекаємо на ваші запитання. В найближчі півгодини, саме в прямому ефірі, ви можете нам як телефонувати, так і писати свої повідомлення. А я представляю нашого сьогоднішнього гостя. Це головний лікар офтальмологічного центру прозріння, провідний спеціаліст з лазерної корекції зору. Лікар вищої категорії Павло Ігорович Ніжечик, доброго вечора. Добрий вечір. Раді вітати вас в нашій студії. Сьогодні будемо розбиратися в такій непростій не темі, як катаракта, бо досить часто ми чуємо такий діагноз у своїх друзів, знайомих. А в тому, щоб якось себе застерегти від цього захворювання, спробуємо сьогодні вирішити це. Тож, як часто до вас звертаються в клініку прозріння саме з? діагнозом катаракта з такою проблемою і яка це вікова категорія. Сразу скажу, що в наш офтальмологічний центр прозріння пацієнти после 40-летнего возраста, как катаракта. І, к сожалению, за последние годы этот диагноз сильно і от, По данным Всемирной организации здравоохранения, от которых не отличаются данные по Украине, данные по нашему центру, к 45-летнему возрасту. А отмечается такой диагноз у каждого шестого пациента. К 60 годам уже каждый третий имеет те или иные помутнения, а к 75 годам практически каждый пациент имеет катаракту, которая уже оптически значимая, и которая уже приводит к значительному снижению остроты зрения. Вот. В нашем центре э, за последние годы э, пациенты 40-50-летнего возраста стали обращаться гораздо чаще. И, собственно, хочется... Э, похвалить их за это. Возможно, отчасти поэтому мы стали диагностировать такое заболевание, как катаракта, наиболее часто. Uh -huh. Ну а, властно может выникнуть еще раньше, чем в 40 плюс лет? Бывают такие случаи? А есть э, случаи врожденной катаракты, uh -huh. есть э, случаи а радиационной катаракты, катаракты, которая возникла в результате каких-то травм или серьёзных воспалительных заболеваний глаза. Тогда да, конечно, в любом возрасте можно такой диагноз устанавливать. Угу. Але основна маса людей це більше Основна маса Сумування. это угу. более возрастные пациенты, потому что более чем в 90% случаев катаракта все таки это возрастная проблема. Угу. Що ж власне таке катаракта і які симптоми можуть бути небезпечними і свідчити про те, що что, возможно, это она и есть. Ну, собственно, катаракта – это помутнение естественного хрусталика глаза человека. Вот, естественной линзы, которая прозрачная, эластичная, она расположена за зрачком внутри глаза, и она способна свет как пропускать, так и преломлять таким образом, чтобы а, фокусировать картинку четко на задней поверхности глаза, на сетчатке. Благодаря этому мы а, имеем высокую остроту зрения. Угу. А, а есть определенные факторы, и вот чаще это возрастные изменения, когда нарушается а, белковая структура молекул хрусталика и хрусталик — Таким образом, мутнеет. Вот. И вот эти помутнения приводят к тому, что зрение постепенно снижается. И из наиболее частых таких классических симптомов катаракты я хотел бы следующие перечислить. Это такие симптомы, когда человек начинает хуже видеть, начинает возникать затуманивание зрения, снижение четкости изображения, контрастности изображения. Вот когда э, пациент смотрит как через матовое стекло, и чаще, часто очень пациенты отмечают, что в тех очках, в которых до этого было видно хорошо, становится видно плохо. Угу. А как отбывается диагностика? вот, людина почула в себе такие симптомы, так? Пришла до вас в клинику, и что дальше? Ну, в продолжении ответа на предыдущий вопрос я хотел бы... Очень важный фактор uh -huh, uh -huh. отметить, что вот эти все помутнения и вот эти все симптомы, они могут развиваться очень медленно, годами, из-под валь. Uh -huh. И поэтому зачастую пациент, привыкая к своему состоянию, не всегда может правильно оценить, есть ли у него катаракта, есть ли у него уже такие вот явные симптомы. Поэтому, конечно, основным моментом и ну, основным как бы пожеланиям ко всем нашим нашим телезрителям я бы хотел отметить своевременное обращение к специалисту это не реже раз в году а лучше каждые полгода просто прийти к хорошему специалисту с вопросом что со мной а тут уж поверьте доктор Такое такие изменения хрусталика не пропустит так уж точно. Угу. Хочется какая-то профилактичная мера, так? Да. да. Существует э, серьезное оборудование, которое точно позволяет установить, выявить любой диагноз, в том числе и катаракту, правильно рассчитать хрусталик, который впоследствии заменит свой, который начал уже мутнеть, и это даст высокую остроту зрения. А ця диагностика, она, в целом, долго тривала, чи це за один прием можно диагностировать? Диагностика проводится в какой-то определенный отдельный день, занимает порядка 40 минут, где специалист не только посмотрит все среды на прозрачность, но и оценит состояние сетчатки, других, иных структур глаза, вот, сделает необходимые замеры расчеты глаза, чтобы правильно рассчитать искусственный хрусталик, который, собственно, будет имплантироваться на место угу. помутневшего. І вже в якийсь то определенний отдельний день буде назначена операція. Ну, от ви декілька разів повторили про операцію. А якщо вам поставили все ж таки діагноз катаракта, чи можна його вилікувати вдома медикаментозно, чи треба тільки прибігати саме до операції? Я хочу для всіх однозначно сказати, що. А консервативного лечения катаракты имеется в виду с помощью медикаментов, капель, каких-то там лекарств, упражнений и так далее. Его не существует. И на сегодняшний день во всем мире нет статистически значимых исследований, которые бы а, подтверждали факт эффективности капель. То есть капли не только а, не устраняют помутнение, они не способны даже приостановить этот процесс. Угу, тобто Поэтому а, лечение катаракты это только а, хирургическое удаление мутного хрусталика с заменой на прозрачный. Угу. А от чего зависит успех этой операции? А, успех любой операции, ну и в том числе, конечно же, операции по поводу катаракты, зависит от много-от -много, многих факторов. Угу. Но я бы хотел бы выделить а, три основных таких группы, угу. да? Это а, качество оборудования, как диагностического, с помощью которого будет проведена диагностика и расчет хрусталика, так и хирургического, с помощью которого будет, собственно, проводиться сама операция. Второй фактор — это все расходные материалы, которые будут участвовать в этом процессе. В первую очередь, собственно, качество хрусталика искусственного. От этого будет тоже много зависеть. И самое главное и важное — это опыт, квалификация медицинского персонала, который будет в этом задействованы, это и доктора, которые проведут диагностику и э, обеспечат контроль в послеоперационном периоде, это хороший анестезиолог, который а, не только обеспечит абсолютно комфортное, безболезненное протекание операции, но и где-то в каких-то моментах а, разрядит обстановку, поддержит пациента, вот потому что это все-таки волнительный момент. И, конечно же, это руки хирурга, угу. это его опыт, профессионализм. И здесь я хочу без ложной скромности заметить, что в нашем центре а, все пункты они на высочайшем уровне, в том числе и хирурги, которые оперируют у нас в клинике катаракту. Это специалисты известной клиники имени Филатова города Одессы, которые являются действительно ну, метрами, лучшими, можно сказать, хирургами на территории Украины, которые оперируют катаракту. И это специалисты, которые выполняют порядка 150 таких операций ежемесячно. Поэтому, конечно, ну, выполнение очень на высоком уровне. Угу. А розкажіть, будь ласка, більш детальніше саме про операцію. Як вона відбувається? По-перше, ви сказали, це йде вибір хрусталика. Як він вибирається? Як його підібрати для людини конкретно? Хрусталіків дуже много, Вони різні, як і по матеріалу, з якого вони виробляються, так і по е, е, моделі. которая будет обеспечивать либо зрение максимально четкое вдаль, и тогда требуются очки для работы вблизи, или наоборот чаще больше пациент работает вблизи и тогда выбирается хрусталик и обеспечивается зрение на близком расстоянии, а вдали он использует очки. Это так называемые монофокальные хрусталики, которые хорошие, они с хорошего материала, они качественные, мы очень много их ставим. Но есть еще и линзы премиум класса, которые способны обеспечивать зрение хорошее на разных дистанциях, которые имеют несколько фокусов, так называемые мультифокальные хрусталики, которые имеют 2, 3, 4 фокуса mm -hmm. и поэтому э, большое разнообразие э, хрусталиков э, дает возможность пациенту саму, самому самому э, выбрать э, что ему будет э, комфортнее и э, что в жизни для него будет более важным потому что хрусталики они ведь не только решают проблему катаракты да не только решают проблему этих помутнений но они еще э, при правильном расчете они убирают близорукость, дальнозоркость, они могут компенсировать астигматизм глаза человека. И то есть благодаря этому мы очень часто получаем такое зрение у пациента, которое он не испытывал еще до появления этих помутнений. То есть угу. лучше даже, чем до появления катаракты. Угу. Це теж это отбывается тоже на диагностике, да? все. Да, это все происходит в ходе диагностики, вот, где учитываются индивидуальные параметры глаза пациента, индивидуальные особенности, и поэтому э, хирург индивидуально. Доктор, напримі, він може вже посовітувати ту іншу лінзу, угу, зрозуміло. І Ще ви сказали про те, що оперують спеціалісти з клініки Філатова з Одеси. Як вони взагалі це домовляєтесь про те, щоб вони сюди приїздили, чи все таки пацієнти їздять в інше місце? А це хірурги, які і приймають і консультурують в нашій клініці на постоянній основі, які угу. регулярно ежемесячно ж знаходяться в Запоріжжі і э, проводять у нас такі операції. Угу, То такая есть группа пациентов, да, они могут и проконсультировать пациента, и в дальнейшем проконтролировать результат. Поэтому они работают у нас на постоянной основе. А как налаштоватость на эту операцию, такой психологичный момент? Чи не страшно пациентам? А, ну, конечно, это немножко страшно, угу. и это нормально. Это нормальные чувства. Но здесь э, надо понимать, что проблема, она не решится другим каким-то способом и здесь наиболее комфортно и эффективно решить эту проблему на ранних стадиях, mm -hmm. когда не появились всевозможные осложнения, когда хрусталик еще не стал очень плотным и его легче с помощью энергии ультразвука измельчить, чтобы mm -hmm. извлечь. Поэтому здесь нужно решаться раньше, нужно ä, пройти диагностику, на которой мы и психологически побеседуем, расскажем все пациенту. А ведь когда пациент более информирован, он ä, комфортнее себя чувствует и во время операции, и быстрее, легче проходит послеоперационный период. Там ничего особенного нет. На самом деле операция, она... С одной стороны, и очень сложная, и очень простая. Ну, простая она для пациента, потому что выполняется в течение 10-15 минут весь процесс. Угу. Это не требует какой-то специальной анестезии, специального обезболивания в виде уколов. Это будет достигаться все при закапывании капель и э, в процессе операции будет происходить анестезия. И послеоперационный период, он, он, он очень комфортно протекает. Мы сразу же пациента можем отпустить домой. И пациент, буквально приехав домой, он сразу же может этим глазом уже начинать смотреть. То есть, нет никакого периода реабилитации, там ничего такого? А период реабилитации, он заключается в необходимости регулярного закапывания капель, которые мы выдаем пациенту, вот некоторых наблюдений мы пациента приглашаем на следующий день, потом по необходимости, возможно, через неделю, еще через две недели, а это все время пациент закапывает капли, и в принципе мы его не отрываем от ну, привычных каких-то ну, домашних дел. Mm -hmm. То есть у нас вот есть пациенты, которым необходимо вот срочно работать, это офисные, может быть, какие-то работники, они буквально уже через день-два могут заниматься Зрительна нагрузка в повному обйомі і комфортно чувствує. Угу. І це чудовий, до речі, аргумент про те, що не варто боятися цієї операції, яка тебе не буде вибивати із, із твого щоденного ритму. привичного графіка. Угу, угу. А скажіть, ви сказали про деякі е, різні стадії розвитку катаракти, так? І ще існує така, так звана ускладнена катаракта. Чим вона відрізняється, чим вона небезпечна? А хрусталик вот, в процессе своего помутнения, он сперва начинает уплотняться, затем мутнеть. И вот его плотность может достигать очень высоких значений. Вот. Это один из вариантов осложненной катаракты. Такой хрусталик может в дальнейшем он может увеличиваться в размерах, так скажем, набухать, вот, приводить к вторичной глаукоме, сжимая структуры глаза. И, конечно, все такие случаи, они ну, требуют очень высокого опыта хирурга. Есть такие проблемы глаза, когда с возрастом связки, на которых держится родной хрусталик, они начинают разрушаться. Это тоже определенные сложности создает. А могут быть различные состояния, заболевания глаза, такие как э, глаукома, да, заболевания, связанные с высоким давлением глазным. Это могут быть изменения сетчатки глаза при сахарном диабете у пациента. Наши хирурги, безусловно, они могут... Э, решить вопрос с катарактой любой сложности, угу. любой сложности. Но, безусловно, конечно, более быстро, комфортно протекать сама операция и послеоперационный период будут при раннем выявлении катаракты. Когда мы еще при раннем выявлении не доводим до каких-то изменений, осложнений катаракты, вот. поэтому очень важно рано обратиться. А что такая ранняя катаракта? Она проявляется в тех симптомах, которые вы почали спочатку, просто невеличке помутнения, так? Чи ее можно даже не помітити, Ее можно, и очень часто ее на первых стадиях не замечают. И вот по собственному опыту хочу сказать, что э, на начальных этапах, даже когда уже происходит снижение зрения до 50%, человек э, может даже этого момента и не заметить. Угу. И э, вот даже родственники, там наши родители, пожилые, бабушки, дедушки, они э, ведь зачастую здесь даже и не заметить могут, и они э, чаще не хотят нас лишний раз беспокоить, и даже если есть какие-то уже изменения, они об этом, об этом не говорят. Поэтому очень важно, конечно, просто взять за руку угу. и привести на диагностику к специалисту. А, а чем наибоспечно не катаракты, от игнорирования этой проблемы? Катаракта по мере помутнения хрусталика она будет приводить к снижению строты зрения вплоть до полной слепоты, до полной потери зрения. Угу. Вот. И, конечно, уже это во, вс во всех вариантах это катаракта осложненная. Угу. Вот. И, конечно, немножко может и длительность самой операции увеличиться, и может увеличиться послеоперационный период. Поэтому ну, до таких ситуаций лучше не доводить. И, в общем-то, хочу отметить и похвалить наших пациентов, э, все-таки мы реже сталкиваемся в последнее время с такими уже осложненными случаями, когда угу. уже э, ну совсем уже не видно и человек приходит только в этом случае. – Но и в таком случае можно помочь и заменить грязь. В любом случае, любая катаракта, она оперируется. Угу. И здесь э, используя точное оборудование, э, классные расходные материалы. И uh, учитывая опыт, квалификацию хирурга, здесь даже самые сложные случаи катаракты в нашей клинике, в общем-то, решаются достаточно uh, легко, комфортно для пациента. Угу. А что, нужно носить окуляры после операции? На вот которой? очки они нужны в том случае если пациент выбрал монофокальную линзу которая обеспечит более четкое зрение на каком-то определенном расстоянии mm -hmm. либо вдаль либо вблизи mm -hmm. вот. и ну чаще мы конечно вот именно вот такие линзы имплантируем такие хрусталики ставим Поэтому в определенных случаях нужны небольшие там очки или плюсовые или минусовые. Но э, сейчас, опять же, тенденция э, по мере развития, в общем-то, медицины и э, увеличением э, предложений в плане моделей хрусталика, тенденция уходит к тому, что э, все более э, часто люди выбирают э, мультифокальные хрусталики, которые ну, обеспечивают очень комфортное зрение, и э, такие пациенты, они э, с большим преимуществом по сравнению со своими сверстниками, у которых после 40 лет так или иначе развивается возрастная дальнозоркость, и которые даже при ну, отсутствии катаракты или на самых ее начальных стадиях, ну, когда мы ее еще не оперируем, да, угу. а оставляем в наблюдении, вот они обязательно нуждаются в очках. А пациент, который имплантировал мультифокальный хрусталик, он уже навсегда отказывается от ношения очков, и видит на разных дистанциях хорошо и четко. И иногда даже а, такие хрусталики а, ставятся больше даже с реф, так называемой рефракционной целью, чтобы просто вот, отказаться от очков, потому что а, зачастую ну, в жизни человека ну, они создают дискомфорт. Угу. А после лечения катаракты может повернуться снова эта хвороба или нет? А, если мы прооперировали катаракту, угу а именно мутный хрусталик заменили на прозрачный, то э, этот хрусталик он уже не помутнеет, и с ним mm -hmm. уже ничего не произойдет. Он рассчитан уже на всю жизнь, он mm -hmm. прослужит 150 лет. Но, конечно, может э, уплотняться и мутнеть еще и мешочек, в котором этот хрусталик вложен. Mm -hmm. Это так называемая вторичная катаракта. Такое очень редко, но тоже встречается. Если такое происходит, то этот вопрос решается даже не с помощью хирургии. Это решается с помощью лазерной энергии, когда с помощью лазера вот этот мешочек, он отстреливается, чистится, и там процедура порядка двух-трех минут времени, даже не требующая закапывания после этого капель, просто вот пациент прямо на приеме сел, грубо говоря, почистили с помощью лазера угу. и отпустили домой. Все, восстанавливается зрение. И вот если уже э, капсулу мы устранили помутневшую, то здесь уже ну, на, со стопроцентной уверенностью можно говорить, что там уже ничего не помутнеет. То есть все равно после операции требуется периодично проверяться, Конечно, после операции... Э, в любом случае, раз в году нужен какой-то контроль, который будет заключаться в диагностике зрения, в осмотре, в измерении глазного давления, в осмотре глазного дна. Потому что ну, катаракту мы, устран... мы устраним угу. раз и навсегда. Угу. Но это ж не гарантия, что э, не может произойти каких-то там других нарушений в структуре э, глаза, каких-то угу. других заболеваний. Поэтому, конечно, человек остается э, нашим пациентам нашей клиники которого мы приглашаем регулярно, которого мы э, контролируем и за которого мы в таком случае э, не переживаем. Так не а скажите, пожалуйста, как раньше вообще происходило лечение катаракты, насколько оно изменилось на сегодня? Раньше как раз вот нужно было ждать, пока хрусталик полностью не станет мутным пока угу. катаракта полностью не, со, не созреет. Потому что раньше эта операция выполнялась через, с помощью большого разреза. Вот. Нужно было удалить уже полностью плотный хрусталик. Это требовало наложения швов. Ну и, соответственно, больше каких-то могло быть осложнений, да, и какого-то, допустим, астигматизма после операции. И эта операция требовала однозначно, возможно, даже сложных очков. На сегодняшний день, вот как раз э, прямо наоборот, ждать, пока хрусталик станет полностью мутным, да пока так. катаракта созреет, опасно. Поэтому угу. э, сейчас это решается с помощью энергии ультразвука через мельчайший прокол и ожидать, пока полностью не пропадет зрение, абсолютно не нужно. Лучше угу. устранять эту проблему на ранних стадиях, потому что любая проблема она быстрее, проще, эффективнее на ранних этапах ее выявления решается. И раньше получить уже хорошее зрение, раньше иметь возможность видеть комфортно жить и за счет вот, скажем так, такой минимизации самой хирургии. Конечно, достигается и скорость самой угу. операции, как я уже говорил, это порядка 10 минут по времени занимает, и эффект полученный, угу. и ну, буквально отсутствие какого-то послеоперационного периода, потому что раньше при э, той операции, о которой я рассказывал, требовалось э, более длительное время закапывать капли, какое-то наблюдение. Uh -huh. потом снятие швов и так далее и ограничения были определенные там связанные с, подняти... с запретом поднятия тяжести там нужно было определенное количество там дней спать на определенном Баку, угу, противоположном, угу. ну и так далее. А сейчас э, пациент может э, и готовить дома, и э, выходить в магазин, и заниматься какими-то, ну, обычными, несложными там делами. Здесь в большей степени мы рекомендуем, что человек вот в послеоперационном раннем периоде э, желательно там не заболел, не простудился, угу, угу. а физически, собственно, ну я не знаю, что надо выполнять чтобы там что-то можно было нарушить. Потому что сам хрусталик искусственный, он э, гораздо меньше, чем свой родной. Угу. Он э, в три раза легче и меньше. И за счет э, специального фиксирующего элемента... Которая, которое дозволяє держатися внутри глаза. Ну, ну, там невозможно так себе вести, щоб этот хрусталик мог як там угу, угу, Зрозуміло. А взагалі, можуть бути якісь ускладнення під час операції? Чи от на сьогодні у зв'язку з тим, що хрусталики настільки вдосконалились, це неможливо. Во-первых, настільки зараз усовершенствовалося оборудовання, з допомогою якого виконується ця операція, з допомогою енергії ультразвука. мутнеющий хрусталик, он измельчается через микропрокол. Вот эта эмульсия предыдущего хрусталика удаляется через специальный порт, гибкий хрусталик, который в виде трубочки вводится на позицию старого, бывшего угу. хрусталика. Он расправляется, занимает нужную позицию. Прокол, он самогерметизируемый он э, не требует каких-то швов. И поэтому ну, настолько операция на сегодняшний день протекает деликатно, когда хирург э, еле касаясь инструментом структур глаза мутные удаляет, а новые устанавливает, что ну, э, сложно как-то какие-то определенные там осложнения какие-то в ходе операции обозначить. Ну максимум, наверное, что может немножко, Льогке воспалення, которое также решается в посліопераційному періоді з mm -hmm. помощью mm -hmm. капель. Ну а можливо, те, що будскладня давати якісь паралельні захворювання, які виявились саме про операції. Можливо, ну, як, якісь там ви сказали відсловлення сітківки. Так, може це діяти? Чи при цьому просто не роблять на катаракту операцію? А прежні чим виповнити ту операцію а, на Тщательной диагностике, специалист определяет все нюансы, факторы. все mm -hmm. факторы, все моменты, есть ли отслойка, в каком состоянии сетчатка, если это позволяет сделать прозрачность. Опять же, чем раньше мы Выявляем катаракту, тем мы можем более качественнее диагностировать состояние тех структур, которые расположены за хрусталиком. Угу. Потому что их еще хоть как-то можно увидеть с помощью приборов. Если этого сделать невозможно, есть специальные ультразвуковые датчики, которые определят. В, какой, в каком положении находится сетчатка, нет ли ее отслоения. И поэтому все возможные про проблемы до, они, еще, до операции угу. выявляются, и от этого зависит э, моделирование самой хирургии. То есть она планируется. А она э, не такая простая, как э, для пациента восприятие. Угу, На самом деле угу. там э, работает э, большой слаженный. коллектив высококвалифицированный, который забезпечить хороший результат. Угу. Павло Ігоровичу, і на фіналі нашої цікавої бесіди розкажіть, будь ласка, корисні поради нашим глядачам, як вберегти свій зір, як можна довше здоровим. Ну, от концу ефіра я не можу удержатися, щоб не спросити вас. От в ході бесіди, от ви прониклись цією важливістю проблеми, ви б от свого родного чоловіка привели бы в клинику. обов'язково, особенно когда узнали про то, насколько просто и легко проходит эта операция. Это приятно слышать. И вот точно так же всем нашим телезрителям я рекомендую взять за руку своих родственников, родителей, бабушек, дедушек, самим обратиться и э, просто пройти диагностику. Потому что зачастую наши родственники, они нас не побеспокоят, и зачастую э, человек сам... Э, Не определіт уже розвившуся проблему. Отже, власне, ми за завчасну діагностику на цьому ставимо крапку в цій цікавій розмові. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з головним лікарем офтальмологічного центру прозріння Павлом Ігоровичем Ніжечиком про катаракту. Розібралися в діагностиці та лікуванні. На цьому все. Зберігайте спокій. До побачення.